Чувашию импортируют различную продукцию 65 стран. Япония по объему торгового оборота на 7-м месте. О расширении сотрудничества шла речь сегодня на встрече главы Чувашии с представителями японских компаний. Представители компании Deloitte & Touche СНГ и Сахалин Oil & Gas прибыли в республику, чтобы познакомиться с промышленным потенциалом региона. Они посетили межрегиональный центр компетенций, Чебоксарский электромеханический колледж, встретились со студентами Чебоксарского кооперативного института, ознакомились с производством НПП «Технотрон». Гостей приятно удивило, что при изготовлении продукции частично используются японские технологии запчасти. Директор представительства в России Сахалин Oil & Gas Цуоши Цунихара высоко отозвался об уровне знаний наших молодых специалистов. Японская низконикотовая фирма ищет талант, российский талант. Именно у нас сейчас не хватает рабочих сил. Они искали способный человек, молодые люди, в отрасли IT, информационной технологии. Как раз сегодня узнал, у вас очень высокоуровневая обучение. В ходе беседы обсуждались возможности экономического и инвестиционного потенциала Чувашской республики. По мнению гостей, необходимо создавать бизнесменам обеих сторон дополнительные возможности для коммуникаций. Поэтому я думаю, что будет в следующем году какой-то организовать как бизнес-матчинг. То, что возможно пригласить от вас, из Чувашии, приезжать в Москву. И, может, японские компании, которые интересуются, возможно, какой-то организовать какую-нибудь сессию. Глава республики Михаил Игнатьев выразил уверенность, что сотрудничество Чувашии и Японии в дальнейшем будет только укрепляться. Я благодарен за то, что вы приезжаете сюда, тоже оказываете нам содействие в подборе партнеров. Это очень важно. И вы наши уже друзья, я хочу сказать.